любить смогут одни девчонки. Не забудь. Всем привет! Вы на канале Miss Lifehack. На Don't act like you know me на-на-э. И сегодня у нас будет необычное видео. Вы скажете, опять, наверное, какие-то там поделочки. Но нет, сегодня у нас будет опять кулинарное видео. И я буду печь торт, но не обычный, а на мое день рождения. Он будет в стиле единорожки. И сейчас мы будем его с вами... не обращайте на мою кошечку внимания, а там чуть-чуть релакс. Она сперва пососет подушечку, а потом вот так уснет. И если я увижу, как она это делает, я сразу это засниму и покажу вам. Она такая... Посмотрим, что у нас получится. И нам понадобится 10 яиц, сахар 300 грамм, мука 300 грамм и... Разбиваем в миску яйца, где уже лежит сахар. И перемешиваем миксером до пышной упругой пенки. Примерно 10-15 минут. Вот такая красивая пенка у нас получилась. И должны оставаться красивые узоры. Теперь высыпаем муку и просеиваем через сито. Перемешиваем плавными движениями сверху вниз. Не должно оставаться муки, а то будут комочки. Теперь разделяем тесто на две части. Вот так. Теперь мы красим их пищевыми красителями. Выливаем всю баночку в тесто. И от того, и от другого. Но красный у нас был не очень-то и насыщенным, и мы покрасили это тесто в черный. Вот такие цвета у нас получились. Теперь накрываем форму внизу пергаментной бумагой и выливаем тесто. В хорошо разогретую духовку на 180 градусов ставим на 40 минут выпекаться. И разрезаем потом в середине, чтобы промазать их потом внутри кремом. Понадобится 400 грамм сметаны и одна банка сгущенки. И все мы это хорошенько перемешиваем. А кто хочет, может добавить орехи. Упс, чуть-чуть рассыпала, но ничего. И перемешиваем.
Ой, а кажется, кто-то хочет доесть мои орешки, которые я рассыпала. Теперь выливаем наш крем на тортик, и это должно получиться так, что крем пропитает торт, и он будет намного вкуснее. Проделываем так со всеми этажами тортика. Пропитываем торт кремом, а крем тортом. Теперь мы обливаем торт глазурью. Глазурь мы купили в магазине. Это был такой пакетик, который надо разбавить с пол-литра молока и довести до кипения. И оставляем остужаться. Теперь украшаем тортик. Там все съедобное и даже вот эта вот бумага. Синие взбитые сливки. Вот так у нас получилось. Теперь украшаем бусинками. Ну, бусинки, конечно же, съедобные. Они сделаны из сахара. И вот такой вот тортик получился. Ну, последний штрих. Там должны быть единорожки. Как-то маловато. Добавим-ка мы побольше. О, вот так-то лучше. Единорожный дождик! И последний штрих – самые большие сахарные единороги с радугой. Теперь у меня единорожный торт. Ставим циферки. И наш торт готов. Ставим лайки, кому понравилось. Вот тортик у нас получился с цифрой 11. И это все единорожки, как вы видите. Вот везде эти уголки. И посыпушки тоже. И, кстати, мне еще подарили вот такой красивый вот букет. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ведь на моем канале есть очень много интересного. Пока-пока! Все? Все, никого не волнует. Кому тортик? Мне. Что тебе? Что тебе? А мне? А мне? Мне? Что тебе, тебе, тебе? О, ку-ку бутёй. Правда. Ку-ку красивый. Я буду посыпать.